Приветик всем, ребята, Кента ПК на проводе, и сегодня я вам покажу топ 3 самых странных кастомных карт. Так что, ребята, быстрее поставьте огромный лайк, напишите хороший комментарий и, самое главное, подпишитесь на мой канал, потому что если вы все это сделаете, то у вас будет шанс получить 1000 БС голды. И, ребята, наша первая самая странная карта называется «Секретки». И, ребят, карты действительно очень странные, потому что помимо секретных ножей тут больше ничего нету. Ребят, взгляните на все это, да, карта просто громезная, карта очень прикольная. И самое главное, как утверждает разработчик, тут практически все ножи. И, ребят, самое интересное, как я узнал о данной карте? Короче, пишет мне ВК подписчик, пишет такой тип: Кент, я получил халявную секретку. Я такой: ну и как ты ее получил? А он такой: я зашел на эту карту и выбрал секретку. Так вот, ребят, это не работает. Давайте-ка мы проверим способ моего подписчика. Ну, ребят, я уверен, что это не работает. Ну, мало ли, Кента пока ошибался. Давайте, ребят, сейчас подлетим к ножу и выберем его. Не, нифига, не, ничего не работает, меня развели. Ребят, как обычно, кентуху развели. Но, ребят, карта действительно крайне странная. И наша следующая карта называется «Гора Эверест». Ребят, я думаю, что каждый из вас хотел побывать этой зимой, да и вообще хотел побывать на горе Эверест. Но, ребят, есть такая проблема, то что ее посетить стоит довольно-таки дорого. Но в Блокстрайке можно зайти и поиграть на ней совершенно бесплатно. Ребят, вот это вот наша гора, и это действительно крайне странная карта. Ребят, ну, камон, это что такое? Ух ты, это горки. Уху, ой-ой-ой. Ой, это было больно, но я, как обычно, выжил. Ага, и самое главное, выбраться нельзя, да? Вот, блин, вот ловушка. А мы, ребята, идем дальше. Ребят, и наша третья карта, внимание. Название данной карты — это, ребят, симулятор бомжа. Я, конечно, дико извиняюсь, но... но, черт возьми, откуда у школьников такая фантазия, дабы делать подобные карты, ребят? Я просто в шоке. У меня прям Блокстрайк начинает подвисать. Я, конечно, в шоке. Так, а вот мне вот интересно, а где бомж спит? Так, а, как я понимаю, это спальня бомжа. Да, ребят, да. Вот я знал одного бомжа, вот все бомжи спят именно так. Блин, ну это, конечно, упорото, ребят. Я в шоке. Но, видать, автору данной карты виднее, как живут бомжи, потому что все-таки он же, ну, не просто так назвал данную карту «Симулятор бомжа». Короче, ребят, ставьте огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. На этом, в принципе, все. С вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!